отличается от всех остальных. Встречаем команду КВН. Я у мамы. С монобровью ваши громкие аплодисменты. Раз, работай. С вами команда КВН. Я у мамы с монобровью. Я Равшан Мерме. Моя стихия стройки. Это Джамшут. Он не знает русский, но он... Хама! Натури. А это Жури. Как надо, да, повторяй. Вась, красавчик. Слышь, это наша сцена, мы тут кирпичи ложили. Ты ищешь потом за бетономешалку, разберемся. Братан, как-то вас больше, хотя погоди. Слышь, теперь вас больше. Давай так, тебе не мне. А два с половиной, хорошо. Все, они мне надоели. Вась, погоди. Твое первое задание будет, кто тут главный, чья будет? Нет, ты не главный. Хаума! Тихо. Ты главный. О, это дочка начальника, ее не тоже. Так, перерыв окончен. Ну что, построили! Так, представьте, парень, который не умеет танцевать медляк, пришел за советом к другу. Здорово, братан! Братишка! Чем тебе помочь? Я, короче, тут на вечеринку пойду, а танцевать медляк не умею. Ну я тебя еще научу. Сперва ты должен показать, что ты самец. Ща я тебя закачаешься. Не, слишком мало самца, надо больше. Дитё улицы. О, меньше самца, я ж себя самкой почувствовал, братан. Не думал. Теперь возьми меня за талию. Не, братан, так неудобно, давай за ноги. О, вот так вот. Братан, мне неудобно. Давай по-другому за ноги. Ну, вот так и будете танцевать. Представьте, случай на вокзале. Такси до Динамо. Стоп! Ставьте случай на вечеринке. Здорово! Ты танцевать умеешь? Ты думал, меня друг учил, а меня подруга. Понятно, так чё кто на ночь встаёт, еле ты? Представьте, два гопника клеят девушку. О-о-о, смотри, какая девушка. Сейчас тебя научу, как пократь такие вершины. Девушки любят богатых. Да это запросто, у меня же свой бизнес есть, ты же знаешь. Братан, монетки фонтанов подбирать, это не бизнес. Ну и что за... Кончились. Иди фонтан умей. Не, давай сначала девушка, а потом бизнес. Хорошо, может быть она голодная? Может, у меня тут где-то семечки были. Может, она просто пообщаться хочет? Может. Эй, девушка! Слышь, у тебя так-то парень есть. Валера! Ты чё, Рамсин, попутал? Чё, мясо? 10 рублей? Ты чё, стыдил? Ладно, ну пойдём, у нас же бизнес свой. Валера, пойдём отсюда! Полетим! Два гастарбайтера устроились членом биологии. Так, сегодня будем проходить анатомию человека. Это голова,
На ней носят шапки, тюбетейки, каски, туда-сюда там. Иногда там есть мозг. А это шея, на ней носят голову. А это рука, в которой держат шпатель. А это ненужная рука. А это живот, там обитает доширак. А это бедро. Да. А это ускоритель для тачки. А это... Эй, слышь, если меня дверь кирпичами завалили, ты знаешь, что я вас на работу принял? Джам, что там, ускоряемся? Ну вот, наша смена закончилась, и с вами была команда КВН «Я у мамы с монобровью». Теперь вы знаете, что мы можем строить не только дома, но и настроение. Чего, что ты, на русский выучил? В натуре. Спасибо за такое необычное выступление команде КВН «Я у мамы с монобровью». А мы продолжаем. Их так, кстати, я мама с монобровью очень просили поблагодарить Бога стройки. Видимо, он вдохновил их на такое замечательное выступление. А мы продолжаем. Следующая команда, состоящая из трех человек. Но в этой команде всего одна девушка, а называются они Алёнушки Интернешнл. Перед вами команда Алён, мы нормально сегодня поржём, и другие команды порвём. Перед вами трио Алён. Алён, хороший, ты куда разогналась-то? Подождите, я не поняла, вы вообще друг отбились, что ли? Забыли, кто вам скворечник сколотил? Ну, Алён, извини, но просто у тебя в четвёртом классе у мальчиков на трудах лучше всех получалось. Забыли, кто вам дудаком насыпает? Алён, ну извини, тебя же не просили воровать по другим посёлкам в город. Извини нас, пожалуйста, Алёна. Прости, дорогая Алёнушка. Мы не будем больше. Так, успокойтесь. Вы вообще за год что-нибудь приготовили? Мы можем показать капитана команды города Пятигорск Ольгу Картункову в детстве. Показывайте. Вот она. Так, успокойтесь. Вообще-то в жюри находится мой парень Слава Кислинский. Ну и что? И что? Да, с того года у нас ничего не изменилось. Алёна доминирует, мы подчиняемся. Перед вами на сцене команда Алёнушки Интернешнл. Мы начинаем! Представьте, человек, который пересмотрел фильмы с супергероями. Ай, паук укусил. А может быть я... Блин, нет. А что же такое? А, паралич. Нет, мы специально вначале показали такую слабенькую миниатюрку, ну, для разгона. Но вы не переживайте, сегодня мы настроены исключительно на победу. Но у нас тут произошел такой форс-мажор. К сожалению, Данила Евгеньевич не присутствует в жюри. Ну не пропадать же юмору, правильно? Слава, включай диктофон. Звукать музыку! Данила, Данила, я в жюри сейчас. Данила, Данила, я в жюри. Фахат, ты чего? Ты чего такой напуганный-то? А что противогазит? Вообще-то Фахат противогаз надевает тогда, когда идет химическая реакция. Алён, что это сейчас было? Ты же со Славой. Это для него кислый, мы расстаёмся. И в честь этого мы вот прилагаемся. Алёна,
постоянно унижаешь. Иди уже, а за кулисы, дай иди покажем. Иди, готовься. Представьте на заседании Госдумы в городе Миасс. Здравствуйте, дорогие друзья. На сегодняшний день у нас очень большая проблема с молодежью. Во-первых, это сказывается на... Алло, Алён, я же тебе сказал, не звони мне больше, Слава, все понял. Все, да, он все понял, не звони ему больше. Алён, пойдем к нам, пойдем сюда. А да, сюда, Люшка. Алён, ходи сюда, Люшка. Пойдем, вставай к нам. Я вот смотрю на Ирину Михайловну, что ты так школьные годы вспомнил. Вот Егор, ты чему научился в школе? Фархад, я научился врать учителям так, что сам себе иногда верю. Достойно, достойно. Алена, ты чему? Ёлки-палки, блин, все с тобой понятно, Алена, понятно. Фархад, а ты чему в школе научился? Ну, я вот понял, учителя-то правы были. В смысле правы? А то, что со справкой-то вот вообще никуда. Да, вообще никуда со справкой. Алён, ты иди пока к финалу готовься, мы тебя позовем, не переживай. Ирина Михайловна. Ирина Михайловна, песенка для вас у нас есть сейчас. Сидите в кабинете, на столе у вас завал. За учебой следите, проверяете журнал. Вы внимательны на ночи, не стараетесь до нас. Вы не спите до трех ночи, мы все очень любим вас. Такие завучи, как наши, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты без денег школьник, тебе не светит никогда. За справкой ты окончил школу, теперь ты дворник навсегда. Лен, ты опять что ли там начала? Что такое? Это Саша что ли из этого? Саша, ты что ее провоцируешь-то, а? Ну все, конец у нас. Спасибо, перед вами выступала команда Аленушки Интернешнл. Аленушки Интернешнл выражает огромную благодарность Бородкиной Надежде Анатольевне за открытого для них КВНщика и Богданову Елену Валерьевну за помощь в подготовке выступления. А также лично команда КВН Аленушки Интернешнл просит поздравить маму Егора Егозина с днем рождения. Юлия Владимировна! Эти громкие аплодисменты вам с днем рождения! Всего вам самого-самого наилучшего!